привет! С вами Ярославна Громакина. Я решила замутить типа челлендж и попросила своих друзей отправить мне в комментариях любое задание, которое бы они хотели, чтобы я выполнила. Давайте посмотрим. Чего бояться? Это же мои друзья. Они, наверное, не попросят меня выполнить какую-нибудь ерунду. Да, это миф, что человек не может чихнуть с открытыми глазами. Это вообще легкотня. Сесть на шпагат. Так. Где там? А. Ну и что? Ребят, я буду выполнять по несколько заданий, которые вы мне присылаете. Можете присылать новые задания в комментариях к этому видеосюжету, либо пишите мне ВКонтакте. Пока-пока! Подписываемся, ставим лайк, комментируем, что вы хотите увидеть.